В Советском районе ищут незаконных мигрантов. В прошлом году на заработки сюда приехали порядка 2500 иностранных граждан. Больше половины из них получили документы на трудовую деятельность. Судьба остальных неизвестна. Чаще всего гости из стран Средней Азии работают на лесопромышленных предприятиях и в местных частных компаниях. Но не все руководители соблюдают закон и трудоустраивают мигрантов по всем правилам. Так, в прошлом году сотрудники миграционного отдела только в Советском районе составили больше 350 протоколов об административных правонарушениях.